кожен день як свято. Сьогодні понеділок, та ще й Всесвітній день телебачення. З чим вас усіх вітаємо, бо ви до того причетні. Він був вчора, святкуємо сьогодні. Ми святкували вчора, Ангеліна, ще раз тебе вітаю. І не дарма в такий день ми можемо поговорити із режисером, із сценаристом, із актором. Це все пов'язано із телебаченням, тому ми сьогодні запросили до нас гостя Олександра Онуфрієва. Доброго ранку. Добре утро. Доброго ранку. Добре. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо. Ну, скорее, я вас поздравляю, потому что я так телевидению, ну, имел непосредственное отношение довольно долго, больше 10 лет я ему отдал, но сейчас немного отошел в сторону, а вы, собственно, работаете на телеке, как мы говорим. Я вас поздравляю, желаю здоров'я, щастя, настроєння хорошого, ну і ярких, інтересних проєктів, звісно ж, денежних. Дякуємо. Дякуємо. День, це взаємно. Спасибо. День телебачення і також день привітань, все в одному, ось так, від Олександра. Так, одразу хочеться запитати, як ви потрапили в режисуру, спочатку там на телебачення, як зрозумів, а зараз вже ви режисер. Ну, в принципе, попал нормальным, правильным путем из института. Я окончил Киевский театральный институт, тогда это был еще институт, вот, по образованию режиссер телевидения и кино, и поэтому еще когда учился в институте, я начал работать на телевидении. Я начинал ассистентом режиссера, работал во всех телевизионных жанрах, и в новостейных, и прямые эфиры выдавал как режиссера, и вторым режиссером был, и режиссером записи был, на шоу-программах работал, даже был вашим коллегой телеведущим, около года. Да, на телеканале одном очень солидном. Вот. Поэтому это было нормально после института, имея образование режиссера, пойти работать на телевидении. Тем более, что тогда, начало 2000-х, кино как такового фактически не было. Сериалов снималось очень мало. Попасть туда именно как режиссер игрового кино было сложно, а телевидение развивалось бурными темпами, и все было в порядке в этом плане. А вот на вашу думку, кто-то скажет, например, новини, телебачення, ну, точнее, телебачення, это больше как про новини має бути. Кто-то скажет, это розважальний формат. Кто-то скажет, ну, это как раз у серіали, чтобы подивитися, расслабиться. На вашу думку, телебачення, это что, каким оно має бути на сегодняшний день? Абсолютно универсальным, и все, кто вот говорят и первый, второй, третий, они, в принципе, все правы, потому что есть новости, это телевидение, это нормально, это правильно. Я на новостях, слава богу, отпахал достаточно много. И шоу-программы — это тоже телевидение. И сериалы — это тоже телевидение. Никуда мы от этого не денемся. Как говорил один из героев одного замечательного фильма, вот посмотрите, будет одно сплошное телевидение. В принципе, оно плюс-минус так и получается. Правда, теперь это все переходит в интернет-формат. Вот, и, наверное, все-таки скоро туда и переместится полностью. Но при этом не перестанет быть телевидением. И вы тоже никуда не денетесь, и ваша профессия точно не умрет. А дай Боже, знаєте, кажу так. Хай буде, хай буде. Скажіть, будь ласка, а чим відрізняється телевиробництво від кіновиробництва? Це все ж таки якби дві різних сфери. Абсолютно всім. Вот для меня лично, почему я, допустим, в свое время, лет 7 назад, принял осознанное абсолютно решение уйти с телевидения. Поэтому не в обиду вам, это лично мое мнение, оно может быть неправильное и вполне субъективное. Но телевидение – это конвейер. Да, у вас есть творчество, когда вы делаете первую, вторую программу. Дальше это начинается закручивание гаек. Меняется в вашем случае гости, меняются темы, но по сути ничего не меняется. А кино — это все-таки всегда больше творчества, чем вот такого вот конвейера. Когда есть какие-то новые сюжеты, новые сценарии, новые проекты, это постоянно движется, меняется. У меня за 7 лет, которые я работаю именно как режиссер сериалов вот, и фильмов, снято мной 5 короткометражных фильмов и 10 сериалов. Ух ты! Ну, и они все разные, там нету ничего, вот два одинаковых нет. Поэтому для меня это больше творчество. Телевидение для меня это больше конвейер, работа, которая, в принципе, приносит, ну, приносила тогда вот хорошую зарплату. Достаточно много свободного времени у меня было, я работал неделя через неделю, но просто я почувствовал, что я начинаю заплывать жирком, мне уже ничего не хочется, я лежу на диванчике, и, в принципе, как бы развиваться не надо, и деньги есть, и все хорошо. И я понял, что это путь в никуда. И тогда я вот взял все, бросил, ушел, в никуда ушел, но, слава богу, смог всплыть. А вот момент того, коли, ну, знаете, усі буває момент, коли робота перетворюється на рутину, це завжди. Це якби нормально. Як в той момент ви знаходили, знаєте, от, прокинутися, щоб все було по-особливому? Чи є якісь от поради? Все ж таки, до моменту того, що ви це вирішили все кинути, був проміжок часу, коли ви з цим боролися, коли ви це сприймали і робили з цього, ну, небуденність. Ну, кстати, був такий момент, у нас була дуже хороша команда, коли я працював
у нас был продакшн-студия была, которая делала новостные передачи и новости экономические для всех основных телеканалов Украины. Вот. И у нас там подобралась такая классная, прикольная команда, что мы для того, чтобы как-то развеселить себя и поднять всем настроение, мы снимали короткометражки. Вот прямо в эфирной аппаратной я придумал сценарий. Тогда как раз была волна, если вы помните, еще премьер-министром была Юлия Владимировна Тимошенко, и как раз была волна гриппа, когда там панику подымали. Она ездила, встречала лекарства в аэропорту. Вот. И я как бы на волне этой паники, мы тогда с ребятами собрались, и прямо в эфирной аппаратной после эфира сняли короткометражку, которая называлась «Вирус». И сейчас я, когда пересматриваю эту короткометражку, я понимаю, что, видимо, я что-то так тогда знал, наверное. Потому что это очень перекликается с тем, что у нас происходит сейчас. Тобто ви придумали сценарій, так? Да, я придумал сценарій, мы сами все снялись, сами это сняли, смонтировали, даже на одном фестивале поучаствовали, правда, ничего не получили, но она такая как бы сырая, но смешная. Она действительно забавная получилась, но такая, знаете, как полулюбительская в плане именно съемок, света и так далее. Но вот этим мы себя развлекали, у нас был прекрасный коллектив, все было на юморе, друг друга подкалывали постоянно. Один раз нашу ведущую разыграли, она была и ведущей, и главный редактор. Вот она эфир отговорила, и потом пришла к нам в аппаратную, а мы в этот момент в аппаратной все раскидали, стулья разбросали, все листья разбросали, и все убежали. И она заходит, никого нет, стулья перевернуты, все раскидано. Она говорит, я сначала подумала, что какая-то драка у вас была, кто-то кого-то схватил, за кем-то погнался, убежал. А мы все спрятались за дверью, стоим и ждем, когда она как-то отреагирует. Ну, были забавные розыгрыши, она нас тоже разыгрывала, звонила и говорила, что тебя генеральный продюсер собирается увольнять, иди к нему, быстро разбирайся. Кошмар. Но я не купился, я знал, что она врет. Ви говорите багато про 2000-ні, і це 100% зміни якісь певні в телебаченні. Як сильно змінилося телебачення з того моменту на цей час? В кращу сторону, в гіршу? Мне кажется, изменилось в том плане, что вот сейчас мы с вами сидим в прямом эфире, да, и я вижу, что сейчас телевидение достаточно часто переходит в прямой эфир. Раньше телевидение это был только в основном прямой эфир, потом как раз в 2000-е годы мы от этого уходили. В основном передачи шли в записи. Я выдавал прямые эфиры как режиссер, выпускающий, но это были такие единичные случаи, вот как исключение. Сейчас опять мы возвращаемся в прямой эфир, в общение, прямое общение со зрителем в реальном времени. И это, в принципе, здорово, потому что, ну, это нормально, это правильно. Телевидение должно быть такое. Оно должно напрямую общаться со зрителем без записи, не имея возможности там переговорить, повторить, там что-то убрать или затереть. Поэтому изменения произошли, как оно будет дальше, не знаю. Но пока, в принципе, смотреть интересно и участвовать интересно. Вы меня пригласили, я сейчас какую-нибудь гадость ляпну, а вы ничего сделать не сможете, прямой эфир. А мы будем выкручиваться. А вы будете выкручиваться, переводить все в шутку. Но не волнуйтесь, гадости ляпать я не буду. Мы сподіваємося, що ми все правильно якби скажемо. А момент про режисуру. Режисер, от у мене просто є дуже багато знайомих, які режисери, вони навчаються ще в університеті, і у когось вже виходить реалізовуватися, а у когось ні. Дуже багато людей, які не причетні до телевізійної сфери, вони думають, що так, у вас там взагалі ізі, там треба просто на камеру нажав, щось комусь розказав. Як взагалі має будуватися сам режисер, що він має знати, з чого він створюється? Ну, в принципе, профессия режиссера – это профессия очень сложная и многогранная. И я, допустим, когда поступал в институт, я поступал сразу после школы, еще зеленым абсолютно пацаном, и я вот сейчас понимаю, что, наверное, после школы это рановато, поскольку режиссер должен обладать определенными знаниями, навыками, жизненным опытом для того, чтобы просто начать этим заниматься. Я понял, что я режиссер и почувствовал свои силы только где-то, наверное, лет через 5 после окончания института. Mm-hmm. Вот только тогда во мне вдруг проснулось желание что-то создавать, творить, придумывать. А в тот момент, когда я учился, этого не было. Для меня это было как-то так тяжело. Каждый раз я это все тяжело так рожал, тяжело придумывал, тяжело из себя выталкивал. Но, в принципе, для того, чтобы быть режиссером, безусловно, нужно быть разносторонне развитым человеком, личностью, харизматичным, который умеет увлекать, умеет за собой вести и много знает, действительно. Это человек, у которого хорошо подвешен язык, который обладает знаниями во многих областях общечеловеческих. С ним должно быть интересно, и он должен уметь правильно, четко ставить задачи и объяснять. Это, к сожалению, могут делать далеко не все. И профессия режиссер при всей кажущейся простоте, даже на телевидении, когда кажется, что там кнопочки понажимал и все, тем не менее, эта профессия достаточно сложная. И режиссеры — это всегда люди, с которыми
которыми интересно общаться. Чисто по-человечески интересно. Они, их не бывает глупых. Дураков среди режиссеров, слава богу, нет. Можливо, це просто досвід, саме те, що ви казали, прийшло через 5 років. І то, і другое, на самом деле. То есть тут, ну, нужно дорасти, нужно... На самом деле, вот в советские времена, когда брали, учили режиссеров, допустим, в том же в ГИКе, да, то предпочитали брать людей, которые уже имели либо какое-то образование высшее до этого, либо какой-то достаточно серьезный жизненный опыт. Потому что считали, что режиссер, который пришел просто с школьной скамьи, ну, это несерьезно, у него нет ничего за плечами, он ничего не знает. И в этом, безусловно, смысл есть. Угу. Хотя бывают ребята разные. Я сейчас смотрю, что молодое поколение, у меня много друзей молодых, начинающих режиссеров. Ну, они рвут просто очень здорово. У них фантазия абсолютно такая, как я сижу, смотрю и просто офигеваю от того, насколько у человека полет фантазии, при том, что действительно он только после школы пришел в институт и только его закончил, но у него уже просто его рвет именно от всяких идей, от креативности, от того, что он хочет заразить этим весь мир и сделать что-то действительно достойное. Молодцы. Я думаю, це все через те, що зараз простіше з технікою її достати. Наприклад, в дитинстві може взяти звичайний телефон, змонтувати, і це вже політ фантазії, і це йде практика з самого дитинства. Це на самом деле, вот ви абсолютно правильно сказали, у мене даже, ну, я ще ж писатель, ви ж не представили мене як писателя, ага. А у мене, да, несколько книжек є, і одна із книг – це короткометражний фільм «От ідеї до прем'єри». І от там вот одна із глав посвящена тому, як сложно було знімати раніше, і як легко зараз. Дійсно, зараз знімати кино, берем телефон, да, включаем, снимаем, тут же в телефоне монтируем, тут же выставляем там в YouTube, допустим, и все, ты уже известный человек. Насколько было сложнее раньше, когда, я уже даже про свои времена не говорю, тогда хотя бы там VHS, были VHS-камеры, и хоть как-то можно было снимать и как-то монтировать, хотя не в домашних условиях. А там еще раньше, когда вообще только на кинопленку. Ну, люди, которые это делали, которые снимали тогда, которые создавали шедевры, ну, и при этом они не могли увидеть результата вот прямо сейчас. Мы же снимаем, видим, что происходит. А они тогда, оператор снимает, режиссер сидит рядом и смотрит. И как оно там получилось, что там оператор в этот момент снял, бог его знает. То, что режиссер видит своими глазами, это одно, что видит камера, это другое. Но как они при этом создавали действительно шедевры нетленные, которые на протяжении десятков лет живут, это, конечно, достойно всякого восхищения. Сейчас намного все проще. Но, с другой стороны, эта простота и рождает вот и простоту в идеях, и простоту в исполнении. Потому что ты смотришь, и ты как бы, ну, шедевров редко можно найти. Много, большой выбор. Шедевров мало. Угу. Маленький вибір, шедевров було більше. А ось момент того, що хтось каже, щоб стати режисером все ж таки гарним, потрібно від початку до кінця бути як режисером. То ти саме по цьому напряму. Хтось каже, що потрібно спробувати все. Ось ви були і актором, ви були і ведучим, ви були і за кадром. Чи допомагає вам зараз це в роботі? Очень помогає, на самом деле. Во-первых, я считаю, что хороший режисер – это обязательно хороший актер. Угу. Потому что, ну, даже мы можем с вами там посмотреть на фильмографии известных, признанных гениев режиссуры, вы увидите, что у них у каждого есть достаточно большой список классных ролей, в которых они действительно великолепны. Мне как режиссеру очень помог актерский опыт. То есть я, допустим, как актер, там у меня порядка 130 ролей, а как у режиссера, ну, как я вам сказал, 5 короткометражек, 10 сериалов. Но то, что я много снимался, мне очень помогает как режиссеру, потому что я многие моменты понимаю, вот ставишь задачу, да, но ты понимаешь ее и как актер, насколько ее легко исполнить или сложно исполнить. Mm-hmm. Ты можешь выкрутиться, тебе больше вариантов для того, чтобы сделать это достойно и правильно. Поэтому, в принципе, режиссер, он должен быть обязательно и актером, сценаристом обязательно должен быть, в определенном смысле продюсером тоже. Но все вот эти качества должны быть еще в большей степени в креативном продюсере, который вот должность, которая сейчас расцветает в Европе, в Америке, это главный человек на съемочной площадке, тот, от кого все зависит, он выбирает сценарий, он выбирает режиссера под сценарий, он выбирает актеров под сценарий, он все это контролирует. У нас как бы это тоже набирает обороты, эта профессия, но вот именно креативные продюсеры, они вообще должны во всем разбираться. Они должны быть и режиссерами, и сценаристами, и актерами, и психологами, что тоже важно, поскольку им нужно выстраивать взаимоотношения в группе в первую очередь. Скринька Пандоры сила такая. Ну, на самом деле, да. У нас есть креативные продюсеры, которые это умеют делать, а есть креативные продюсеры, которые этого не умеют делать. Я сталкивался и с теми, и с другими, когда, допустим, ну, человек реально не понимает психологию. Да? Вот, угу. Я, допустим, считаю, как режиссер, как человек, что человека нужно хвалить. Вот даже если он что-то делает не так, нужно его сначала похвалить, сказать, что, знаешь, ты вот
классная рубашка, тебе очень идет, и под цвет глаз, в общем, отличный выбор. Да, но как ведущий, конечно, ты не очень хорошо сегодня отработал. А, это я сейчас и не это, это я пошутил. Олесь брає речі. Я пошутил, Олесь, нет. Ладно тогда, ребята, давайте, я погнал. Я имею в виду, что сначала нужно, если ты хочешь что-то плохое сказать, ну, не плохое сказать, а претензию какую-то высказать, сначала нужно сгладить ее, похвалить человека, потом мягко объяснить, что было не так. Но все это должно быть сделано с любовью. А есть люди, которые этого не понимают, которые там, ай, и ты сидишь, и ты понимаешь, что у тебя желание, как у творца, после того, как на тебя это все вылили, вообще никакого нет работы. А кто скажет, что не можно после похвалы, но и можно. Поехали. Ну, я думаю, что можно, но просто вот точно не нужно однозначно ругать в надежде, что человек, когда ты его ругаешь, вдруг захочет тебе что-то доказать. Вот у меня, например, когда меня ругают, у меня желания доказывать ничего нет. У меня есть желание, как у Олеся, развернуться и уйти. И это, в принципе, вполне нормальное желание. Це називається спочатку на тобі прянічок, а потім вже батушком. Так. Це, до речі, діє. Я скажу, як актор, так як знімаюся так само. Спочатку все добре, все класно, але я один момент зробив це по-інакшому. І ти сприймаєш це як просто якусь помилку. Як пораду більше. А не як трагедію. Хочеться запитати ще одне. Зараз трішки все-таки українська сцена розвивається краще, і це, мені здається, після 2014 року. Чи в кінематографі, в серіалах це так, чи ні? Ну, кінематограф почав розвиватися ще до 2014 року. Я б сказав би просто стрімко. Ось вже злетіло. Діло в тому, що пендель та волшебний був дан іменно тоді, до 2014 року. І не будемо називати фамілію того, хто цей пендель, собственно, дав українському кінематографу, дабы вас не закрили. Но, тим не менее, нужно признать, что и питчинги запустились, и первые фильмы полнометражные в массовом количестве стали появляться еще тогда. А в дальнейшем эта система просто стала раскручиваться, она усовершенствовалась, она работала, набирала обороты, и на данный момент мы имеем достаточно большое количество реально хороших, качественных украинских фильмов полнометражных, достаточно большое количество сериалов украинских, качественных сериалов, которые выходят на телевидении, ну и это замечательно, это прекрасно, но этот посыл был дан еще до. Сейчас мы пожинаем плоды, и дай Бог, чтобы этот процесс не останавливался, а дальше шел в том же темпе. А от про саме серіали, наприклад, те, щоб зараз почали виходити більше української мови, почали знімати більше про Україну українською. Кажуть, що вже не випускають спільних проєктів з Росією, чи ще все є, да? Конечно. Залишається. Ну, я тільки що, поки ждав общения з вами, посмотрел отрывок із серіалу «Крепостная», но он на русском языке. Ну, поэтому, а для кого это делать? Совместный проект, значит, они где-то его показывают еще. На самом деле, я не хочу никого сдавать, да, сливать информацию, но вчера я снимался как актер в сериале с российскими актерами русскоязычным. И количество русскоязычных проектов, которые делаются совместно, оно был период, когда оно сократилось, но мне кажется, что сейчас этот процесс начинается в обратную сторону. Угу. Можно понять, потому что рынок русскоязычный, он намного больше, чем украиноязычный. Да? Вы делаете украиноязычный продукт, и это будут смотреть в Украине, при этом ну, аудитория меньше. Для того, чтобы это кто-то еще посмотрел, это нужно там дублировать, продавать, это всегда все сложнее. Русскоязычный рынок, он больше, это не только Россия, да? Это та же Беларусь, Казахстан, там, и Узбекистан, везде, где люди понимают и знают русский язык. Поэтому плюс там огромное количество стран, где большая диаспора русскоговорящая. Поэтому этот процесс как бы продолжается и на самом деле меньше не стало. А вот на вашу думку, это как бы нормально? Просто у нас робили повністю нахил на україномовний контент. Проте от ми бачимо по факту, що ну це за рахунок того, щоб просто задовольнити більше глядачів, щоб все ж таки розширити якось межі. На вашу думку, як воно має бути? Має бути тільки українською, чи яка має бути пропорція з російським контентом? Я думаю, що наоборот, не должно бути тільки українською. Всегда должна бути определенная пропорція. Но мы сейчас с вами будем уходить в область больше политическую, да, и мне не хотелось бы поднимать эту тему, потому что мое мнение может вас неприятно удивить. Да, мы не будем чипать. Да, поэтому с моей точки зрения должно быть и то, и другое. И это должно сохраняться в пропорциях. Мы можем, в принципе, более-менее легко понять, какая пропорция, допустим, русскоязычных, украинскоязычных в Украине, да, и в этой пропорции плюс-минус производить контент. Ну, допустим, к ну, примеру. Да. Но в любом случае, мне кажется, что должно быть и то, и другое. Ну, українського, звісно, має бути більше. А тепер давайте трошки поговоримо ще про таке загальне, що всі обговорюють. Телебачення, воно все ж таки йде до спаду, і дякуємо Ютубу, з'являються нові платформи, чи все ж таки телебачення ніколи не вмре?
Ну, мне кажется, оно перейдет просто в интернет. Полностью, да. Да, да, потому что, ну, к этому все идет. Вы даже, по большому счету, вы видите, что происходит. И сериальное производство, и киношное производство тоже начинает уходить в интернет. Есть специальные платные платформы, на которых вы можете посмотреть там самый-самый крутой фильм, заплатив за это денежки. Мне этот процесс не нравится. Мне не нравится, что постепенно кинотеатры будут отмирать, а они будут mm-hmm. отмирать. Потому что есть ощущение праздника, когда ты идешь в кино. Ты идешь в кино, ты для этого наряжаешься, выбираешь компанию, ты покупаешь попкорн, покупаешь там какое-то вкусное питье, ты приходишь, садишься удобно, смотришь трейлеры, тут люди вокруг. Если это комедия, то все реагируют. За зрительным залом смотреть фильм намного прикольнее. Я помню, в детстве в своем я у бабушки гостил в пригороде Ленинграда, и там был кинотеатр большой достаточно, и там показывали фильм Луи де Фюнеса «Оскар». Mm-hmm. Боже, это был полный зрительный зал. Я до сих пор, хотя мне тогда было лет, наверное, 7, я помню этот дикий хохот, когда ты смотришь фильм, когда еще смешного не произошло, но ты уже понимаешь, что сейчас будет, там путаница с чемоданчиками, вместо денег вытягивают женский лифчик, и этот зал, который так ржет, что ты начинаешь просто, прошу прощения, уписываться от смеха. Это можно получить только со зрительным залом. Когда ты смотришь сам там, в интернете, на телефоне или на планшетнике, ну, этой реакции не будет. Это намного дороже и круче. Но, к сожалению, плюс тут еще и пандемия это подгадила, все это постепенно сдвигается в интернет. И, скорее всего, через какие-нибудь там 15, 20, максимум 30 лет, наверное, даже кинотеатры начнут отмирать, и телевидение тоже будет переходить. Будет ваша программа, она будет выходить в эфир, но будет выходить в эфир в интернете. У вас жирный плюс есть, вы идете в прямом эфире. Это всегда дорого. Ну, дорого не в плане финансового, угу. а дорого в плане зрителя, потому что это здесь и сейчас, это здорово. Но вы будете просто переходить, телевидение будет отмирать вместе с пожилыми людьми, которые его смотрят ящик. Ну, вы смотрите телевидение, когда домой приходите? Ну, так у батьків бывает так вмикає. Вот. На фончики. А вы деякі смотрите? Передачі, наприклад, «Ліга сміху», я дивлюся. По телевізору? Так, так, так. Ну, от у мене малой утром смотрит, он включает телевізор, да, «Ліга сміха» он смотрит, і там смотрит мультики «Гамбл» сьогодні утром он смотрел, но більше телевізор не включається. Я его не включаю, я, если прихожу там, в комнату, то там, читаю книжку, но не смотрю телек, потому что я понимаю, что все это при желании я могу посмотреть в интернете. Практически от сразу же. Ух, так, цікава тема. Все ж таки, так. Хочеться наче і вірити, що не прийде оцей фінал, тому що ми звикли, це наш друг телебачення зручно вімкнув тут і зараз. Проте з іншої... Просто буде по-другому. Ну, і до цього треба теж завикати. Ну, звісно, все міняється, і життя не стоїть на місці, і ми розвиваємося, і технології розвиваються. Поэтому просто воно чуть-чуть видоизменится, но буде по-другому, но теж щось буде. Ніколи так не було, щоб як-небудь да не було. Ну, і так як свято, хочеться від вас якісь побажання. Для глядачів і для тих колег ваших, які, можливо, вас побачать сьогодні, якісь певні побажання? Ну, во-первых, в тяжелое время живем, поэтому хочу пожелать здоровья, самое главное, крепкого, хорошего настроения, исполнения всех планов и мечт, ну и чтобы было побольше интересных проектов для тех, кто работает на них и для тех, кто их смотрит. Класс. А остальное все приложится. С праздником! Дякуємо всім за перегляд цього відео. Ми обіцяємо вам і надалі дивувати вас якісним та корисним контентом. Найголовніше, будьте завжди з нами. А для цього потрібно просто підписатися, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це ж легко.